Хотел бы вкратце доложить. Развитие Калмыкии Владимир Путин обсудил с главой республики Алексеем Орловым. Говоря об основных макроэкономических показателях, Орлов рассказал президенту, что валовый региональный продукт в Калмыкии увеличился на 4 миллиарда рублей. Также Алексей Орлов поблагодарил президента за продление контрсанкций. По словам главы Калмыкии, благодаря этим мерам продукция региона востребована на рынке и сохраняет устойчивую цену. Что касается социальной ситуации в регионе, Алексей Орлов обратил внимание на то, что активными темпами идет обновление автопарка скорой помощи. Только в этом году в Калмыкии появились 42 новые машины. Глава государства подтвердил, что, судя по показателям, движение вперед есть, однако ряд проблем еще предстоит решить. Также Владимир Путин передал Орлову обращение жителей республики на прямую линию президента. Мы увеличиваем дополнительные проблемы с водой. Я думаю, что вы должны об этом знать. Конечно. Причем не даже в маленьких населенных пунктах, а даже в Листе есть проблемы с водоснабжением. Я вот здесь информирую, не только эти вопросы. Только не перепрочь, ответьте, я этим лично сам занимаюсь и вас прошу заняться этим.